Мужчина Водолей по знаку. Как вы его терпите? Сегодня мы поговорим о Водолеях. Водолей – мужчина. Он олицетворение интеллекта, любвеобильная натура, конечно же, со сложным характером. Большинство мужчин-водолеев не прочь подурачиться даже в зрелом возрасте, а об их умении завязывать знакомства ходят легенды. Фрилансер, любитель модных экспериментов и противник шаблонов – краткий портрет типичного мужчины-водолея. А вот в чем он хорош? Он умный и талантливый, активный, действенный, инициативный, всегда позитивно настроен, оптимист. Мужчина-водолей обладает превосходными организаторскими способностями. Он целеустремленный и настойчивый, всегда достигает поставленных целей. Не боится преград, не бросает дело на полпути. Ну, иногда, конечно, бросает, все мы люди. Отличный оратор. Он коммуникабельный и интересный собеседник. Но у каждой медали есть, конечно же, и обратная сторона. Мужчина-водолей имеет и свои недостатки. Он непостоянен. У него отсутствует чувство ответственности, чрезмерная любовь к свободе и независимости. Частенько на него нападают приступы лени и апатии, а еще излишняя саркастичность. Несмотря на противоречивость, большинство людей признают, что мужчина-водолей – это самый обаятельный парень из всех, кого им приходилось встречать в жизни. Астрологи считают, что водолеям достичь успеха проще всего в журналистике, какое-то писательское дело, актерское мастерство в театре и кино, философия и психология, политика, так как подобный типаж не склонен к работе по жестокому графику. Хорошо, если водолей имеет право работать удаленно и тогда, когда это удобно ему, так как этот знак очень любит свободу. А если вам понравилось видео, большое вам спасибо за подписку и за лайк.